От имени главы города-курорта Сергея Сергеева анапских спасателей, пожарных, работников скорой помощи с их профессиональным праздником поздравил заместитель Владимир Зубураев. Только в прошлом году благодаря этим людям было спасено почти 150 жизней, среди них 20 детских. Еще раз вам от души вас с праздником, добра вам, еще раз мирного неба и благополучия всем вам. И разрешите мне вручить, так сказать, почетные грамоты и благодарность. За умелое руководство и организацию работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Анапе почетную грамоту получил начальник службы спасения Сергей Максимов. И за проявленные при спасении людей мужество и профессионализм начальник караула 11-го отряда противопожарной службы по Краснодарскому краю Артак Агагамян. Благодарственные письма вручены сотрудникам службы спасения спасательного отряда «Кубань-Спас» и станции скорой медицинской помощи.